Мои хорошие, привет, привет, добрый день. Опять из душа, но уже из леса. Уже из леса вымыла голову. Все, один раз голову мою в день, потому что она потеет прямо. Зашла быстренько, быстренько все с себя скинула. Это не грязь. Это, представляете, что? Это от этого, как его? Блять, как они? Тополята. Блять, какие тополя нахуй? Ну вот тополя, я же помню, вчера мыла. Тополя, представляете? Тополя, тополя, тополя. Та-да-та-та-да-та-да-та-та. Липкая эта фигня. Так смысл-то в чем? У меня праздник. У меня праздник. Смотрите, что я урвала. В магните две бутылки шампанского. Лев Голицын Брют. Так, вот я штаны бросила. Все остальное вынесла на балкон, это нужно выбросить. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, сколько 7 потов сошло. Это я положила на солнышко. Посмотрите, не видно, да? Уже подсохло. Я пошла в душ, уже подсохло. А он просто платье, оно просто его невероятно, оно прямо сырое, навзничь. Вот, видно, да? Цвет другой. Или нихуя не видно. Положила на солнышке, сушу. Так вот, возвращаясь к шампанскому, две бутылки шампанского на 500 с чем-то рублей, на 500 с чем-то рублей, сейчас скажу, на сколько, 259 каждая, это мне Миша написал, Михаил Сергеевич, я вам выражаю благодарность, 523 рубля, Миша написал в WhatsApp, дружбан-то мой бывший. Так, вот, Миша, ты вот очень ты заботишься о моем настроении, поэтому вот спасибо тебе. Сейчас буду заниматься цветами. Фух, ой, какая прелесть, а! Ну вот, очень приятно, что человек смотрит, что человек живет моими интересами. Очень. Увидел шампанское. А так, представляете, вчера шампанское это было за 400 рублей. А сегодня уже за 259. Ничего, да? Что? Ничего такого, что один день и скидка 150 рублей. Нормально? Блядь, ничего не входит. Все. Все перемыла, ушла. А вот, это не грязь, это сбитый линолеум. Не линолеум, а сбитый ламинат. Какую-то рябь вижу вообще на экране. Ну-ка, подожди. Сейчас, подожди. Уже подсыхаю. Подсыхаю, подсыхаю, подсыхаю. Что там? Сейчас буду заниматься цветами. Буду полоскать, перебирать. Прям буду заниматься цветами. Вот это вот все буду полоскать. Потом сяду, покушаю. Маленечко подсохло. Вы представляете, смотри, какое мятое. Какое мятое. Но я надеюсь, что это будет на постельном белье смотреться как благородная мятость. Типа как лен, что ли. Я не знаю, почему такое мятое. Это жесть. Не, ну так нереально же. Я его встряхну еще раз. Встряхну и перевешиваю. Швы перевешаю. Вот видите, о чем я говорила. Еще раз встряхну и... Короче, маленько подсохну и начну заниматься цветами. Полоскать цветочки. Так, попить хочу. Пить, пить, пить. А время вот сколько. Ну, вот я, считайте, ушла в лес в 11:36 я вышла из дома. Вот пришла, вот уже из душа вышла. Так, это нужно снять. Я сейчас цветами буду заниматься, подготовить все. Снять. Так.
унитаз закрыть. Тут надо убрать. Течет. А! Фу. Еще, блядь, вырыла себе, брызнула. Так. Все, освободила пол. Сейчас буду заниматься цветами. Сюда потащу их. Буду цветочки купать. Купать цветочки, цветочки, цветочки. А, господи. Эти шторки гребаные нужно задрать. Иначе сейчас все цветы переломаю ими. Пол вчера помыла, смотрите, цветочки. Еще даже сама не просохла полностью. Сейчас все душиком сполосну. Потом придется самой еще раз выкупаться. А куда деваться? Ну, смотрите, сколько пыли. Вот прям реально пыли на цветах. Вот прям много пыли, вы понимаете? Откуда она только берется? Дурында уронила цветок в ванну. Прям вот даже не удивляюсь ничему. Надо будет собрать. Занимаюсь комнатными. Вот это вот, да, что-то вот и толком не растет, и ничего, какая-то хуйня. Ну ладно, уж не буду выбрасывать. И не желтеет. Так, вот этот. Вот этот хлорофит, он так люблю, забываю его поливать. Как-то он тоже зачичивил, что-то не растет вообще. Все, это тоже в ванну. В ванну мыться. Не провернуться в ванне. А потом вот этими займусь. Кстати, надо протереть полку. А вот еще маленький. Надо протереть полку, пока она пустая, без цветов. Надо выбросить. Жалко было. Но в свете последних событий не жалко. Надо выбросить. Корзинку оставлю. Эти камушки. Так, пульты от телека. И вот еще две орхидеи у меня. Так, ну орхидеи это потом. Я пошла сначала вот эти вот цветы сполосну. Уже 7 потов сошло. Что-то тут поставила. Смотрите, да? Смотрите, как оно получилось. Поставила, он упал в ванну. Так, сейчас я уберу волосы. Блять, мокрая резинка. Только что ее сняла под душем. Так, сейчас уберу волосы. Нужно будет собрать землю. Ну, это что такое? Это нормально, нет? Все рассыпалось. Сейчас ладошками все соберу, да и все.
всегда такая, вот эта покупная земля, она такая легкая, ее только вот раз мотанешь и все. Ну, и в итоге, что, посмотрите у меня с ванной, да, не было печали. Просто уходило лето. Та-та-та-та-та-та, месяц по календарю. Стараюсь смыть сначала грязь-то. Земля легкая, она даже не уходит в эту. Так. Сильно холодный душ нельзя делать. Вот. Тепленький душиком. Сейчас все стечет в ванной. Вообще летом, да, летний душ, душ нужно делать постоянно, цветочка. Вот прям постоянно. Каждый листочек сейчас промою. Потом придется пол затереть. Все. И горшочек, чтобы чистый был. Так, сейчас будет бежать. Я же коврики сняла, поэтому потом затру быстро, да и все. Холодной водой нельзя поливать, иначе корешки застудишь. Нужно поливать тепленькой водичкой. Так, этот уже мыт, этот стекает. Куда не ходит. Эти какие-то торфяные штучки. Сейчас, главное, мы помоем. Так, холодное, теплое. Каждый листочек. А поливать можно, уже не поливать. Вы сами понимаете, да, что я уже налила воды в них. Самый дальний. Небольшим, не мягоньким, такого, таким этим, мягоньким, тепленьким душиком. Этот, большой, этот, как сказать, нельзя напор воды. Так, и горшочек сейчас смоем землю. О, это я с поддоном принесла. Еще один цветочек мытый. Сейчас, блядь, уроню камеру. Так. Считай, два уже помытых. Фух. Два помытых. Сейчас лилию помоем. Сейчас я ванну сполосну. Я уже себе налила воды под ноги. Тут уже так скользко. Тепленькую водичку, небольшой напор. Каждый листочек.
осталось горшочек помыть. На самом деле, этот душ летний, цветам нужно желательно летом, если жарко, делать, ну там раз в недельку. И можно не поливать. Если душиком поливаешь, то можно больше не поливать. Если каждый листочек. Хуйня мылится, блядь. Итого у меня 3 мытых цветка. 3 мытых цветка. Сейчас мы помоем аглонему. Ой, не аглонему, вот эту хуйню. Замею, которая не растет нихуя. Уже видите, земли, блядь, полон этот. Полна ванна. Уже спину пересекло. Сейчас эту хуйню вымою. Тепленьким, мягоньким напорчиком. Но для этого, знаете, чтобы заниматься цветами, нужно настроение. Если у тебя настроение плохое или что-то болит, нельзя. Нельзя. Вы просто все испортите. И горшочек со всех сторон. Так, ну что, надо пойти уже вытирать полку. Сейчас уже их тащить обратно нужно. Вон тот же еще надо мыть. Вон тот мыть сложно. У него сразу лист падает. У него сразу лист падает. Ему так стекать долго надо. Так, подставка. Подставка. Сейчас я мигом принесу этот цветок, лилию, и поставлю на нее сразу же. О! Смотрите, прям колосится. Вот моя волосина тоже, блядь, колосится. Так, сейчас мне нужно что? А, мне нужно аглонему поставить. Будет пиздец, если я переверну горшок. Просто пиздец. Как я уже один раз горшок перевернула. Вот, сегодня буквально. В ванне только. Тут будет вообще жесть, если я переверну его здесь. В комнате. На белый ковер. Все. Аглонему поставила. М? Капает маленько с лилии, капает. Ну, посмотри, как славненько, да? Так, что славненько? Мне нужно протереть эту хуйню, эту полку. Где эта тряпка-то, где? Девочки, да, представляете себе, я одной тряпкой мою и подоконники, и пол, и пыль вытираю, да, девочки. Вот представляете, вот какая я грязнуля. Ну, давайте учитывать то, что у меня в квартире чище, чем в вашей. У меня нет детей, у меня нет зверей, и тряпку я постоянно замачиваю в чистящем средстве. Так что давайте, вы не будете делать выводы,
Надо же, она одной тряпкой все делает. А давайте я заведу 8 тряпок, давайте. Я, знаете, что хочу вам сказать? Я и одним полотенцем вытираю и нижнюю часть тела, и верхнюю, даже лицо одним полотенцем, потому что я мою все настолько досконально, что вопросов быть к этому вообще не должно. Если ко мне вот кто-то приходит в гости, то я, конечно же, полотенце вешаю другое для рук. Ну, соответственно, если там кто-то идет в душ, а может быть в душ пойти кто угодно, подруга, например, жарко же, заехала домой в обеденный перерыв ко мне, в свой обеденный перерыв. Я говорю, иди обмойся, полотенечко я тебе дам. Я думала, будет пыли больше. А здесь нет. Даже можно одной тряпочкой даже не смывать. Сейчас верхнюю часть протру. Так, значит, вот этот верхний протерла. Что ты там это брякаешь? Освежитель воздуха. Какое говно. Никакой освежитель воздуха вам в доме не понадобится, если у вас, если у вас чистый унитаз и если у вас нет дома мусора. Нахуй вот эти вот все пульверизаторы, распылители, они вообще нахуй не нужны. Ни один освежитель воздуха не заменит того, что у вас в квартире, что у вас в квартире просто не пахнет мусором. Там хоть, если вы в квартире курите, как паровоз, и если вы, как сказать-то, если вы курите, как паровоз, и если вы забываете выносить мусор, знаете, хоть 25 освежителей поставьте. Всегда бежит. Мне надо проверить, прежде чем ставить его на ламинат. Мне надо проверить. Его вот здесь вот поставлю. Ой. Так, вот здесь получается два мытых цветочка. Там же земля, блядь. Так, а сейчас вот этот сполосну. Вот этот вот красивенький свой. Так я его люблю вообще. Он такой славненький. Этот цветочек я очень люблю. И он, мне кажется, мне тоже любит этот цветочек. Потому что он так с благодарностью растет. Все остальные что-то выебываются, выебываются. Вот каким надо быть. Порядочным цветочком. Вот видите, он до такой степени не вредный, что даже не надо горшочек после него мыть. Фух, так, и сейчас. Нормально, нет, я человек. Наступила на этот, на цветок. Блядь, пиздец. Наступила на цветок и оторвала ему один листик. Кобыла, блядь. Этот пока стекает. Хлорофитом сполоснул. У меня вот до этого был хлорофитом, он так рос классно. А этот что-то тоже хуйня какой-то, не цветок.
и не умирает, блядь. И что там какие-то потуги? Промою каждый листочек. Все. Так, эти пока стекают. Нужно мне унести вот эти. Вот эти вот два сейчас нужно унести. Поставлю. Сейчас поставлю камеру. Эту шарагу еще попробую там вынеси. Так, эта шарага стоит здесь. Так, бесячий цветок, вообще просто бесячий. Выбросить его надо, наверное, надо в этот, в подъезд выставить. Нахуй нужен. Сейчас я еще, короче, подумаю насчет него. Так, вот это от чего? Вот эти вот поддоны. Поддоны надо, блядь, помыть. Так, поддоны помыть, и надо вот этот помыть. Это-то кто? Тоже надо мыть. Это орхидея сучья не цветет. Ой, блядь. Видите, она наклонилась и уже упала. Один этот. Вот что значит ходить и с камерой заниматься цветами. Вот, блядь. Так. Единственный цветочек у меня стоит в блюдечке, в керамическом, потому что это глиняный горшочек. Так, все. Сейчас его поставлю. Так, давай на свое место полезай. Одной рукой. Давай, Инна, урони нахуй все. Растряси землю. Сделай вещи, ты же умеешь. Ты из орхидеи. А где она, кстати, орхидея-то? Там еще не мытая стоит. Ага, камеру давай еще в ванну поставь. Совсем уже ебнулась. Окончательно, нахуй, бесповоротно. Где этот? Где поддончик, я вот хочу спросить. От того горшочка. От коричневого. А, вот он, блядь. Вот он. Ой, блядь, опять орхидея падает. Так, это в каком? Тут или тут? Так, все, в поддончик. Семь потов сошло уже. Так, все, мой красавчик. Я тоже цветок люблю. Но только он что-то не особо растет. Так, а сейчас мне нужно вообще вот, который вот вообще мой любимый. Вот этот вот. Так, он стек. Вот этот надо поставить пойти. Так, и что, мой любимый, я тут даже не протерла, что ли? Господи, тут даже не протерто. Где-то тряпка. Сейчас я мигом за тряпкой схожу.
мой любимый, и даже не протерла для него это местечко. Я уронила эту вазу. Это значит, что пора идти купаться. Сейчас пойдем. С комнатными разобралась. Сейчас пойдем купаться. Таким цветам. Заебись, что пол чистый. Вообще заебись просто. Так. Так, мне нужно сейчас этот цветок мыть. Вот этот. Ванну пока поставлю. Камера не мешалась. Хочу затереть вот это вот, чтобы я не растащила ногами. Видите, вот эти вот грязные эти. Грязную земельку. Так, все, нужно вот этот цветок тащить. Тепленько, горяченько, напорчик слабенький. Тепленько, холодненько, чтобы такая она была. Холодноватая. Каждый листочек промываем. Вот видите, лист начинает уже сразу падать, тяжелым. Сейчас он будет стекать, черт его знает сколько. Сейчас горшочек сполосну. Чтобы он стекал. А, блядь, я в поддоне его поставила. Так, надо поддон достать, промыть. Постоял, хватит, стечешь на полу.
стечешь на полу. Мне тут еще надо. Дело не початый край. Буду я тут с тобой рассусоливать. Ну-ка, давай, двигайся. Давай, просыпывай еще ногой. Так, давай. Подвигайся. Тут мне ни дело, ни работа с тобой иначе. С орхидею помоем. Орхидея почему-то всегда почему-то переворачивается. Меня же, блядь, это бесит. Я даже к этому привыкла. Я полью обильно. Нихуя с ней не будет. Защитники орхидеи, не пишите мне. Так, сейчас помоем вот эту вот хуйню. Эту вот черепушку, в которой она стоит, с водой. А сейчас воды я в нее налила столько, что она стечет и будет тут у нее водичка. Так, получается. Это получается. Сюда поставлю. И у меня еще вот таких вот два говняных горшочка, которые надо. Это. Которые мне и выбросить жалко. Вот просто вот и выбросить жалко этот спатифилум и антуриум. И, блядь, и не растут они нихуя. Видимо, они ни любви, ни счастья у меня в доме нету. Колосятся же, блядь, они у людей-то. Я прям хочу провести эксперимент. Интересно. Вот если я куплю другой цветок. Вот в магазине. Вот эти вот два цветка мне Эльвинка подарила. Вернее, не подарила, я из ее цветков брала растения. А, это и тот, и другой. Это детки от Эльвинкиных цветов. А если я куплю в магазине? Хотя, что я пизжу? Я так-то покупала же до этого в магазине. Из Икеи покупала много раз. Так, все. Смотрите, с меня уже 7 потов сошло. Я только что вымыла голову. Если я пойду просто под душ, когда залезу, я еще раз ее прополощу. Рано встала на колени-то. Думала, подставку внизу буду мыть. Ротор, блядь, протру. Потом всегда, когда после того, как я протираю роутер, у меня интернет не работает, проводки отходят. Вот всегда с антенки я, блядь, напротираю, все, все проводки отойдут. Все, интернета, блядь, нема дома сразу. Пока я там вот я не сделаю кое-какие манипуляции. Так, полку протёрла. Давай, блядь, совсем. Не протереть, а промыть. Так. Так. Так, ну тут я уже эту полку вижу, что мыла. Вот это вот сейчас нужно нижнюю помыть. На нижней шибко много мусора. Мусора. Это пыли. Вот это вот. Это, блядь, паутина еще. Пиздец. Еще паутины не хватало мне дома. Прикиньте, паутина такая маленькая, такой этот паучок. Не паучок, а это такая ниточка от паучка. Капец, блядь. 7 потов сошло уже, это надо же.
Тут ничего. Так, что, можно считать, что я вымыла все цветы, да? Кого тут у меня мыть-то? Раз-два, блядь, я обчелся. Так, поляризатор сюда. Крутка. Это моего Тёмушки. Это моего дружочка. Это что такое? Почему у меня? Так, я сейчас заношу цветы сюда. Это что, блядь? Так, вот это вот я сейчас заношу. Сырое. Все набрызгало. Станет, когда посчитает нужным, блядь. Так, мне надо что еще? Так, два хуёвеньких цветочка мне надо. Так, почему хуёвеньких? Орхидея. Хожу сырыми ногами по полу. Так. Что это такое? Какой-то белый. Ну ладно, белый-белый, ничего плохо. Так вот это надо поебистику вымыть. Орхидея на грани умирания. Хуй умирает. Вот такие, знаете, полудохлые цветочки. Надо мне горшки потереть. Не стекал. Так. И вот этот. Никакого. Так скользко ходить по плитке вообще. Настекали цветы. У меня, посмотрите, 7 потов сошло. Блядь, я даже не знаю, ну-ка, подожди. Получается, на диван надо поставить штатив. Фу. Так, это сюда. И у меня осталась маленькая подосланная орхидейка. И мои цветы вот эти вот. Мои, которые прям вот мои. Или, блядь, не лезьте в них. Я так боюсь, что я его растормошу. Так, подожди. Надо орхидею. Сейчас орхидею помою. Вот эту вот. Нужно, чтобы она стекла. Так, это чтобы стекла. Это поддон от чего, не знаете? Это я тоже не знаю. Вроде бы все в поддонах там стоят. Сейчас я понесу свои цветочки сюда. Так.
Надо ванну прочистить. Это вот от орхидеи, видите, да? Древесина, блядь. О. Сейчас я все эти палки сюда положу в орхидею. Все. Она стекла. Можно нести туда. Ну-ка. Все. Так, эту хуйню несу туда. И несу свои букеты. Красиво цветущие, которые... О, комар! Прикиньте, комар вон там под потолком. Вот. Над картиной. Комар! Сука, он меня жрать будет всю ночь, что ли? Так, это сюда. Это сюда. Я ж прям боюсь на них дышать. Сейчас я помою листики. Я не буду их растрясать. Еще вот вазу, да, хрустальную не хватало это уронить. И разбить тогда вообще пол дома. Альстмерия еще очень хороша. Но вот розочки. Ой, какой приятный аромат. Ой, какой приятный. Это ледяной водой моя. Какой недолгий срок службы у этой красоты. Ой. Ну, цветы, это так важно для женщины. Это очень важно. Не совсем ледяную, но такую. Мои цветочки. А, мои цветочки. Какая прелесть. Мои цветочки. Ну и пускай стоят. Не смей даже прикасаться. Сколько постоят, столько постоят. Так, еще вот этот вот букет цветов. Нужно все промыть. Нужно... Так, здесь бумажная обертка. Здесь так нельзя в ванну положить. Сейчас я тут это беру. Промокла. Посмотрите, какая вода, как болото. Я меняла ее вчера, посмотрите. Это жесть просто. Ну они классные, вообще, они просто охуенные. Распались. Я поняла. Распалась? Ну ладно. Все, я сейчас их переберу. Отлично. Вот и к лучшему.
Так получилось. Так, я сейчас пойду за ножницами. Мне нужно растричь эту. Я сейчас их все переберу. Каждый помою по отдельности. Мои цветочки. Так. Так, сейчас мою ванну. Сейчас мою эту, не ванну. Сейчас мою вазу. Так, стой, пожалуйста. Пожалуйста, пусть постойте еще. Пожалуйста, еще, пожалуйста, недельку. Так. Вот это как будто бы вообще свеженькое. Так, вазу поставила вот туда. Лилия. Ну не лилия, а альскнерия, да, это называется. Вот. Вот уже куда собираю. Блять. Поставила мимо вазы. Ёбнутая. Вот уже сколько она собиралась. Еще вот сколько. Ну офигеть, еще тьма. Прелесть.
Так, вот этот вот состричь. Этот состричь. Все, все аккуратненько. Посмотрите, какие классные, а. Артём, пожалуйста, живи долго. Живи счастливо. Прям вот за человека вот прям вот молиться можно. Сколько Тёма будет много денег? Посмотрите, сколько я уже наставила. Сколько я уже наставила и сколько у меня еще в ванне. Вы просто посмотрите. Блядь, сколько это стоит? Артем, это так дорого. Тепленькая водичка, не холодная. Тепленькая. Вот некоторые вообще прям как новые просто. Ножницы хорошо режут. Они не ранят цветок. Может быть, я их сегодня на ночь положу в ванну. Ух, у меня спину пересекло уже. Ах, какая роскошь. Ах. Дожила. Мне букеты дарят, как Алле Пугачёвой. Дожила, блядь, до 37 лет. Познакомилась с Артёмом. Посмотрите, я улила пол. Я не на унитаз села, там крышка закрыта. Чё-то там, блядь. Вот крышка съехала еще. Смотри.
Охуеть, да? Так, все, Инна, давай за дело. Тут уж не так много и осталось. Потом останется только помыть ванну и все. Так, вот они. И какие цветочки. Какие цветочки. Вазу уже заталкивать их все сложнее и сложнее. Уже так сбоку. Уже маленько надо прижимать, и брать, прижимать. Шикарный просто. Просто шикарный букет. Охуенный просто. Я даже таких, блядь, не видала, мне кажется. Вот розовенькие что-то не очень хорошо стоят. Розовенькие маленечко устали, причем так капитально, я бы даже сказала, что устали. Так, ну я их все равно поставлю, вы что? Так. Вот это выбросить надо. Одну ветку выбрасываю, розовые ставлю. Этот розовенький хороший, такой бодренький такой, вообще прям даже я бы сказала. Так, с маленечко их ужмем. Так, ужали, поставили, и второй. Так, еще тоже ужмем. Кто там, блядь, звонит? Где, блядь, телефон ебаный? Алло? Добрый. Так, менеджер какой школы? Менеджер онлайн-школы Skyeng. Ага, зачем вы мне звоните? Инна, я благодарю вас за оставленную заявку. Звоню вам, чтобы согласовать даты и время бесплатного пробного урока по английскому языку. Так, прошу прощения, я не оставляла никакой заявки. Это ошибочно. До свидания. Спасибо, мои подписчики, спасибо.
Оставляйте заявки. Виноводочные магазины для меня, чтобы собрали, чтобы обучили меня английскому языку. Вы так за меня переживаете. Спасибо большое. Спасибо. Ненормальные, блядь. Чтоб вам пидорасам звонили так вот. Чтоб вам пидорасам звонили. Ты чё? Опал? Опали листики? Так. Так. Так, 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 так. Ой, какая красота. Сука, они стали еще красивее. Они стали реально еще красивее. Вы посмотрите на эту россыпь. На эту россыпь. Моя волосина. Так, моя волосина на полу. Блядь, ну-ка, пододвинься, блядь. Зелененький, от тебя толку никакого, нахуй. Даже не цветешь. Вы посмотрите. Так, ну все, собственно говоря, мне сейчас осталось только вот это вот все убрать, и все. И затереть пол. Так, а собственно говоря, мне же нужен пакет, чтобы вот это вот все убрать. Какая прелесть, а? Ой, я, представляете, я лежу и смотрю на них. Вообще, какая прелесть, а? О. Так, это мешок из-под шампанского. Нет, я его не буду. Я маленький возьму мешочек, чтобы сразу выбросить. Так, сейчас я найду мешочек какой-нибудь, чтобы вынести на помойку. Ну вот так нельзя, лучше вот это что-нибудь. Сейчас как раз сразу же пойду вынесу мусор. Нет, потом вынесу. Ой. И они стали еще больше. Ай, у меня как будто бы новый букет цветов. У меня как будто бы новый букет цветов. Ну, посмотрите. А тут что? Вот здесь, посмотрите, что творится. А вот здесь. Нормально? Нормально, да? Я тоже думаю, что нормально. Цветочек целенький, ну-ка. Ленточку тоже оставлю. Так, ленточку оставлю. Подпалю ее потом. Так. Ленточку оставила. Цветочек. Цветочек, цветочек, цветочек. Посмотри, какой крепыш. Полетели ягушки.
Так. Так, 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 так. Это так. Пол надо затереть. Ноги разъезжаются, пол сырой. Еще чуть-чуть ванну протру. Готова Василия, не тащится? Нет. Какие это приятные хлопоты, а? Вот прям заниматься цветами, это вот прям вот, знаете, какие это приятные хлопоты. Это обалдеть просто. Мы цветочки, которые тебе подарил парень. Это, блядь, это так классно. Ну и что, что 7 потов сошло? Все. Пол. Так, надо ноги сполоснуть. Фу, ноги сполоснуть и пойти цветок поставить. Ой. Ледяная вода-то. Цветочком-то тепленькую делала себе-то ледяную. Отпади нахуй уж совсем. Блять. Сука. Нужно вернуть все на круги своя. Пол сполоснула.
Это полотенце постелила. Коврик сюда постелила. Лепесточков. Остатки лепесточков еще не так-то просто смыть. Ай, какая прелесть! Ай, какая прелесть. Фу. Вот прям приятные хлопоты. Вот прямо вот вообще. Так, все. Пока тут цветы таскала. Посмотрите, они запутались. Что, блядь, за наказание. Вот это чего? Здесь есть, здесь есть. А это от чего, блядь, этот поддон? Вода набежала. Так, а тут? Ладно, пускай это тут стоит. А где мой цветочек? Где мой цветочек? Все. Я сама в душе.